Bianca. Ana Rosakova, 17-10. 1 point to Swiss. Side switch. Ball in the corner. And Hansel Montagnoli came up with the point number 11. Anna Wozakova managed to retrieve the ball over the net with her defense, 19-11. Here comes number 20, Damo Gaspada. Set point, Commander Asif. Set point, Russia. Second block, the good one for Vasina, 21-11. The first set goes to Russia. Yes!
Great action by Sarah Hassel. I mean, you have 1 point, yes? Yeah. So, for this pick, about the next couple, next Russian couple, and then in the afternoon, the next match. Я думаю, что девочки сейчас будут стараться выигрывать как можно лучше, и вечером опять же будем встречаться со второй командой, и также будем настраиваться на победу. Это да, это конечно же возможно. Сейчас все команды собрались здесь только ради этого. What is the most strong team? Голландия. Why? Ну, они, во-первых, стоят первые в рейтинге. Ну, естественно. У них просто две такие хорошие. Одна хорошая очень команда. Достаточно неплохая. Сейчас каждый матч, каждая игра, и поэтому мы настраиваемся очень серьезно. Я думаю, что уверенность и желание попасть на жизнь, потому что это очень важно. Когда, ну вот вы вчера говорили, что вы знаете хорошо эту команду, могли они вас чем-то удивить сегодня, либо вы просто как бы знали, как против них играть и исполнили это? Ну, в принципе, они не сделали ничего нового, у них как есть примерная схема, мы что-то знали, что они делают, и что-то предугадали, что-то, конечно, нам не удалось, но, в принципе, ничего не ошибного для нас. Погода сейчас немножко по сравнению с вчерашним даже днем, так тучка собирается. Вот если пойдет дождь, это для вас будет минус или может быть наоборот? Ну, если он не очень сильный, то, ну, как бы это, в принципе, нам не помешает. Главное, чтобы не было ливня. Если будут тучки, в принципе, будет неплохо, потому что солнце все равно немножко мешает. Спасибо.